вот тут по лесу в туалет. Натыкаемся вот на такую хорошую женщину. Вот как, что за бездушный мужик смог взять ее выкинуть? А если ее трогать, она силиконовая, отвечаю. Она даже с маникюрчиком. С педикюрчиком, с френчем. И она, в смысле, мягкая. Я хотела ее забрать, но силикон стал колом. Она очень тяжелая, я ее не донесу. А так вообще кора. Ребят, если кому-то надо будет, вы скажите то, что надо, я вам геолокацию скину. Пуха-пуха. Так она даже симпотная вон какая. Ну, конечно, я вначале, когда я увидела, не порти женщину. Я, конечно, пересрала, начала кричать и убегать к дороге, думала, это труп. Ну, выглядит она очень симпатично. Скорее всего, короче, она довыебывалась, если с башни закопали здесь. А я нашла. А какие у нее сиськи, блядь, пиздаты. Трын-тирин-тирин-тирин.